Всем привет! Вы на канале Дэн и Лёд. И сегодня мы будем распаковывать щенячий патруль. Спаси котенка называется. У нас целая спасательная бригада будет. Сейчас мы ее распакуем. Итак, мы наконец-то собрали игру. У нас вот получился вот такой гонщик. Да. Вот такой получился. Да, кран, мишени. И сейчас у нас миссия спасти кота. И он у нас будет спасать котенка. Привет, мы тебя спасем. И забирает котенка, да? С дерева снимает. Ложи его вот сюда, да. И он опускает его. Ух ты! Мяу-мяу, спасибо! Видишь, какой котеночек у нас получился? Мяу-мяу! Будь здоров, больше не залазь на дерево. Да? Да, смотри, а тут тебя очень тяжело оттуда снимать. Хорошо, что я оказался рядом. Аф-аф! Пока-пока! Спасибо, пока-пока! Так, и котенок побежал домой. Смотри, Денис, у нас там еще курочка. Она тоже, нужно ее спасти. Залазь на подъемный кран. Аф-аф! Поднялся. Наша собачка. Аф-аф-аф-аф! Вот курочка, бери ее. Залазь туда вместе с ней. И сейчас мы полетим вниз. Держись, курочка. Вот. Аф, аф, аф. Спасибо тебе, гонщик. Аф, аф. Ко-ко-ко. Да? И побежала курочка тоже домой. Ко-к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 о. Смотри, а это тир. Надо гонщику потренироваться в стрельбе, да? Для того, чтобы он был меткий. Аф. Ух ты! Ух ты, как прикольно! Ага, вот так. А ну, ух ты! Вот так. Давай еще раз. Еще одна пулька у нас есть. Давай, гонщик. Ух ты! Класс! Он меткий, он попадает все время, да? Да. Аф, аф, аф. Аф, аф, аф. И теперь у нас есть в друзьях и курочка, и котенок. Вдруг они когда-то пригодятся, да, да, друзья? Всем, кому нравится щенячий патруль, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также смотрите мои другие видео. Пока-пока! Пока-пока!